Иван Иванович Гнучий – один из первых ветеранов войны, кто сегодня посетил поликлинику номер 6. 90-летний актюбинец прошел все необходимые медицинские процедуры и отметил хорошую подготовку врачебного персонала клиники. По словам ветерана, с каждым годом ряды участников войны редеют, но государство всеми своими действиями старается поддержать последних очевидцев самой страшной трагедии 20 века. Это нас далек земле. Радует и за такое внимание, заботу об участниках Великой Отечественной войны. И постоянно, когда бы я не появлялся в этой поликлинике, я давно здесь обслуживаю, всегда оказывают посильную помощь. И те лекарства необходимые, хотя их не в полной мере дают, но во всяком случае. Каждый пожилой гость на дне открытых дверей мог пройти врачебные консультации, специалистов облздрава измерить артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и определить уровень сахара в крови. Кроме того, для пришедших ветеранов был проведен концерт песен военных лет. Под руководством областного отдела здравоохранения ежегодно проводятся дни открытых дверей к чести 9 мая, День Победы. В этом году на базе консультативно-диагностической поликлиники, номер 6, проводятся данные мероприятия. Для того, чтобы привести это мероприятие, мы подготовили программу праздника. Туда входит оказание квалифицированной медицинской помощи. По информации облздрава, в Актобе сейчас проживает 101 ветеран. Из них 54 нетранспортабельны. Медицинский осмотр и продовольственные пакеты к празднику последние получат на дому. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт».